Здорово, народ, с вами Гупс. Я же сказал, что мне не одна игра понравилась на State of Play. И вторая игра — это Rise of Ronin. Первым, чем она меня заинтересовала, это разработчик — Team Ninja. Team Ninja — это люди, которые создали мой личный жопоразрыватель Ninja Gaiden 1 и 2. Ну и менее известную игру, такую как Nioh. Визуально в игре просматриваются элементы и Nioh, и Ninja Gaiden, и самое главное — просматриваются элементы грамотной копии Assassin's Creed. Есть вероятность, что мы наконец получим Assassin's Creed в Японии до того, как это сделает Ubisoft. К сожалению, по трейлеру единственное, что можно понять, что у нас будет некий летательный аппарат, что будут красивые добивания. Привет, Wave the Samurai. Ну да, там были не очень красивые, но специфика именно такая. Разнообразное оружие и, скорее всего, несколько путей. Подозреваю, что кампания будет не очень долгой, но зато разветвленной. По крайней мере, я на это надеюсь. Но касательно периода, это 1800-е годы, когда появились так называемые черные корабли и принесли цивилизацию нецивилизованным японцам. Шутка. И те варвары. Короче, ждем игру и надеемся на русский перевод. А на сегодня это все. До свидания.